Добрый день, меня зовут Мария. Сегодня я хотела бы вам показать свой набор, который пришел ко мне шелковые нити. Это ангел моря от Lavender & Lace. Пришло все в коробочке, упаковано. Пришло также описание, что они вложили. Сам набор, саму схему я заказала также, хотя у меня есть электронные версии для саги, но я отшивала ангела от Mirabilia, и получился небольшой казус, то есть электронная версия немножко не совпадала со схемой. Поэтому я решила не рисковать с ангелом. Я его уже вскрыла, чтобы не шуршать пакетиками. Вот у нас превьюшечка. Посмотрите, какой он красивый, он прям замечательный. Этот ангел. Такой нежный-нежный, немножко бликует, потому что у меня вечер. И я ждала, точнее говоря, не то, что я ждала, я была очень сильно занята. А сегодня вот хочу начать этот процесс. Вот, поэтому не смогла освободиться пораньше. Схема. И в связи с тем, что не смогла освободиться пораньше, теперь приходится снимать под лампу, и у меня все бликует. Формат А3. Ну, прям совсем чуть-чуть бэка. Ну, прям капелька. Вот видите, немножко на птичке. Вот немножко на птичке бэк. И вот сами лица и ангелы, и младенца, и ручки. Замечательно. Ткань вложили по ключу. У нас этот Свейгард Белфаст. Номер 3609/578. Я люблю лен. Я обожаю лен. Вот две иглы. Видите, одна бисерная, одна обычная. Для крестиков. Также фирменная бобинка от шелковой нити. В подарок два креника, четверочки, это у нас номер 002, на органайзере уже все подписано, видите, наклеили они такие липучечки с номерами. Посмотрите, какие шикарные цвета. Это... Ну и какое счастье будет жить такими цветами. Очень красивые. И бирюза. И серые нити. Мне серые хорошо идут. И зеленые такие. Прям вкусные зеленые цвета. Вот. Белую нить мулины они вложили отдельно вот такой косой, потому что ее, видимо, так много, что они ее не стали навешивать. И также вот в пакетиках пришел бисер Мюрхил. Вот этот номер прям очень-очень маленький. Видите, какие бисериночки. Вот этот покрупнее. Вот сегодня, значит, у нас благоприятный день. Поэтому сегодня я начинаю своего ангела. Для своего хомячка я почти отшила. Мне осталось чуть-чуть доделать бэк. Но в связи с тем, что у меня ремонт полным ходом идет. У меня время очень ограничено. Прям буквально по часу. Поздно вечером сижу, немножко ковыряю свой бэк. Также у меня случилось событие буквально на прошлой неделе, в конце прошлой недели. У меня с крыши из гнезда выпал маленький чаёнок, птенец чайки. И теперь живет у меня на террасе. Его теперь приходится кормить, выкармливать. Сверху на меня пытаются накинуться его родители. Мама, папа, чайки. И я, когда буду монтировать это видео, я обязательно включу жизнь нашего маленького чаёнка. За неделю он отъелся.
Он откормил себе большой-большой попец, машет крылышками, кушает сам. Но терраса превращена, скажем так, в общественный туалет для чаек теперь у меня. И вот благо дело, что я живу в таком регионе, где у меня очень часто и шторма, и дожди. И у меня это дело все подсмывается, скажем так. Вот. А сейчас хочу прям надкусить этого замечательного ангела. Очень хочу его отшить. Очень красивый. Это будет подарок моей племяннице на 30-летие ее. То есть мне его надо отшить и оформить. Спасибо за внимание. Вот наш маленький чаеныш, который свалился с крыши, скатился, скорее всего. Слышите, это родители так возмущаются. Ну вот, переночевал ночь, полдня. Мы поставили коробку, еду. Вчера учила уроки по интернету, что едят маленькие чайки. Сказали, яички, рыбку. Вот яичко сейчас сварила. Извините, родители. Яичку сварила. Сейчас поеду за рыбкой в магазин. И родители прям перебежками выхожу, чтобы поставить еду. Потому что родители начинают сразу очень низко летать и какать. Ну и вообще страшно, как бы подо мной. Высота террасы, вот видите, она ничем не закрыта, то есть с ней свалиться. Поставили собачью еду. Ну и собачью еду он вроде покушал. Ну, конечно, милаш. Он, конечно, милаш. Его жалко безумно. Сейчас приближу камеру. Посмотрите, какой малыш. Какая симпатулечка. Ну ладно, поехала я за рыбкой. Оставляю малыша одного. Вот на этой трубе непутевые родители свели гнездо. Причем вьют каждый год. Но вот это первый раз у нас маленький чаенок по крыше. Ему повезло, он прям вот по крыше, видимо, съехал на террасу. Потому что иначе, если бы он в другую бы сторону, вот крыша, упал, это бы насмерть. Он бы пролетел просто 3,5 этажа. Второе включение с другого ракурса. Съездила, купила соломки, сардинок. Вот. Вытащила полотенчика, потому что вчера дома нашла только полотенце, чтобы постелить. А был очень сильный ливень, оно все мокрое, и он в этой коробке не сидел. То есть вот таким образом сейчас живет наш малыш. Ему комфортно, ему удобно и тепло. Соломка пахнет вкусно. Я купила соломку, которую наполняют курицам. Для кур, короче. Специальная солома, чтобы они высиживали яички. Но пришлась по душе. Она очень ароматная. Там консервы собачьи очень полюбил. Консервы он почти докушал. А вот сардинка, яичко, ну так, поклевал чуть-чуть. Сардинку я мелко-мелко порубила. Это, конечно, не вышивальная тема, но вот такой малыш появился в нашем доме, на нашей террасе, балконе. Хотелось бы показать его. Уже ровно неделя, как наш маленький чаеныш живет на нашей террасе. Вот во что он ее превратил, но зато вот как подрос. Дали ему имя Сирано. Одна из моих вышивальных подруг, Татьяна, его так назвала, потому что она мне говорит, нужно дать имя
че ее ношу. Я говорю, я могу дать только одно имя, засранчик. Она говорит, не солидно. Такую красивую птицу, шикарную, назвать засранчик или сирунчик. Она говорит, он будет сирано. И вот, видите, как мы за неделю наели свой попеец. Теперь наша... Это даже не шерстка, это пушок стал таким некрасивым, скажем так. Мне кажется, он уже теряет детское оперение и становится таким более взрослым. Он такой немножко подщипанно поспрятался. Ну ладно, не будем мешать мальчику или девочке.